Юные артисты из Павлодара отправились защищать честь родного Прииртышья на международный телевизионный фестиваль «Бурабай Саммер Фест». На встрече по случаю их отъезда побывала наша съемочная группа. По инициативе Министерства культуры и спорта с 15 июня по 3 июля в зоне отдыха «Боровое» пройдет «Бурабай Саммер Фест». В телевизионном фестивале примут участие дети и подростки из регионов Казахстана, а также из ближнего и дальнего зарубежья. В Павлодаре отборочный этап прошел 12 мая. Из 150 желающих защищать честь Прииртышья осталось только 34. Это 11 исполнителей и один хореографический коллектив. Отбор проходил в целом по области по 8 номинациям. Это традиционные, также академические. Академическое, классическое пение, художественное чтение, также хореографическое выступление по 8 номинациям. В целом у нас до 12 мая, с марта месяца проходило в каждом городе и районе отбор. Участница народного ансамбля «Баян Сулу» Нурике Абдыкарим, так же как и другие наши земляки, решительно настроена на победу. Она считает, что им обязательно будет сопутствовать удача. Танцуем только народные стилизованные танцы. Мы надеемся, что мы победим всех, и мы покажем всем, что какие талантливые танцоры у нас есть в Павлодаре. Встреча по случаю отъезда участников продолжилась напутственными словами Бата от председателя Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области Бахаджамал Максиловой. После ребята отправились в путь. Ринат Абдулкаюмов, Досымбек Токай, Ертыс Акпарат.